перевозим холодильное оборудование, косли. Сегодня еще должны привезти панели для холодильника, для камеры. Сейчас вот загрузим оборудование и поедем выгружать в город Косли из Челябинска, из базы Айсберг. Вот такая у нас получилась антивандальная решетка для холодильного оборудования. И сейчас будем ее отодвигать и ставить в нее холодильное оборудование. Приехало оборудование в Косли. Сейчас вентиляторы будем выгружать в цех. И само оборудование компрессорное будем выгружать за цех, там, где у нас сколоченная решетка. Толкнуть. Все-таки удалось поставить. И едем выгружать компрессора. Заезжает вот в такое узкое пространство. Уехал. Да ну нафиг, говорит, обратно отвезу в Челябинск лучше. Что ему надо отвезти? А? Смотри, чтобы ему труба не помешала. Смотри, чтобы ему труба не помешала. Труба-то вроде бы такого. Электричества далеко нету. Да. Заезд. На лист железа прижать не верно. Обходим. Сейчас. Идеально заехал. Сейчас будем пролазить туда сами назад. Вот так вот заехал у нас манипулятор. Сейчас монтируем оборудование. Есть.
Что, развернем, Влад, сразу? Да, я снимаю. Отсюда. А, только отсюда вот что-то. А, чтоб чистый манипулятор. Узкий коридор. Сейчас началим подлиннее. Поднимешь маленько, мы его сюда качнем. Блять, я уже поднять, это вот такая проблема сейчас. Так вот получилось смайновать холодильное оборудование. Сейчас будем заносить на него клетку. Уже без манипулятора. Поймался на крючок. Я, походу, дофига качественной глины-то нагрузил, да? Такого вот, вот даже видно, прошла колея от колес. И здесь прям вообще вот, вот они колеи вдоль стен. Такой вот манипулятор молодец.